Государство поможет детям-сиротам оплачивать съемное жилье. Проект закона в окончательном чтении принял Верховный Совет. Сегодня в республике в очереди на получение квартиры стоят более 1000 детей-сирот. На вселение в жилое помещение. Каждый год некоторым из них предоставляются места в общежитии или же отдельные квартиры. Но одномоментно обеспечить всех собственным жильем невозможно. Это длительный процесс. К примеру, в этом году будет куплена только 41 квартира. Согласно принятому решению, на время, пока дети-сироты ждут жилье, государство каждый месяц будет им выплачивать компенсацию за съем. На это потребуется около 2 миллионов рублей в год.